Александр Николаевич, это вас беспокоит Силанова Алексеевского, Сергеева Любовь Дмитриевна. Я по поводу жителей Силанова Алексеевского, которые держат коров. У нас тут получилась такая история по поводу пастбища. Хотят выделить паи в этом пастбище, в нашем. Это пастбище было выделено колхозом Завета Ильича еще по программе, краевой программе, еще, по-моему, 2010 год. У нас остается там, получается, кусочек рядом с дорогой. И получается, что ну, коров ну, невозможно на такой территории коров невозможно удержать. В двух словах скажите, то есть у вас там есть общественное стадо или как вот, вот это пастбище, да, кто пользуется, да, сейчас? Общественное стадо, то есть все коровы, которые содержатся в этом поселке, то есть в Селеново Алексеевском, они пользуются этим, этим полем, этим пастбищем. Там, значит, мы косим и, это, и траву косим, и коров пасем. Угу. Ну, естественно, приводили его в порядок за свои средства, все. А сколько у вас поголовье? Вот поголовье у нас там пасется 80 голов. 80 голов. 50 так. Гектар на 80 голов. Да, еще дома стоят некоторые, потому угу. что ну, не выпускают из-за того, что поступание было. Ну, еще по домам стоят. Любовь Дмитриевна, ну, правильно вы говорите. Мы, конечно, и губернатор, и мы поддерживаем, когда люди занимаются животноводством, тем более молочным животноводством. Но эта проблема действительно существует с пастбищами. Хорошо, давайте я лично вникну в этот вопрос. Ну, конечно, мы заинтересованы сохранить это поголовье, и чтобы вы занимались, чтобы какой-то доход люди получали, проживая на селе. Поэтому давайте сейчас я вникну в этот вопрос и постараемся все-таки его решить так, чтобы это осталось пастбищем, и вы дальше занимались, как занимались.